Здравствуйте, мои дорогие мои. В связи с приближающимся новым 2011 годом мы выпускаем в свет рубрику «Помощник Санты». Собственно говоря, сегодня мы покажем, как можно сделать из прикольного подарка еще лучший подарок. Собственно говоря, новогодняя мышь. Что можно сделать с этой прекрасной новогодней мышью? Берем объект А, правую руку, и объект Б, левую руку. Делает небольшой надрез. О, оно еще и говорит. Давай. Все открываем на крышку. Херговал. Эй, так вот. Прекрасная мышь. Прекрасная туловище, которую можно зажарить. Как говорится, дарите больше близким теплоты. И Новый год будет богатым на сюрпризы.